развитие науки, технологии, развитие конкуренции диктуют для промпредприятий очень серьезный вызов, связанный в том числе с современными методами производства. И основа этих методов – это именно цифровая экономика, цифровое производство. Конструкторская подготовка, технологическая подготовка, отслеживание жизненного цикла изделий. Все теперь это уже давно оцифровано, все находится в компьютерах, и предприятия, которые владеют эффективно этими методиками, они диктуют свои условия на рынке продукции. Поэтому предприятия Республики Мордовия, чтобы выжить в этой жесткой конкурентной борьбе, они также внедряют эти методы. И наш институт, ну, ведущий институт Республики Мордовия по подготовке инженеров для промышленности, стоит вместе с нашими предприятиями как бы на этом фронте по разработке и внедрению современных методов цифрового производства.